Я обращаюсь к Мирославу. Варьете, сеньор, без Чатоша Монти сегодня нельзя. Чатош Монти, оркестр народных инструментов и Мирослав Лелюк. Thank you.
оркестр русских народных инструментов под руководством Александра Хайловского, солист, аккордеонист Ливерпуль, лауреат международных российских конкурсов, обладатель самых разных премий и наград Мирослав Лилюк. Оркестр народных инструментов. До скорых новых встреч!